Любому садоводу важно знать рецепты подкормок и средства защиты растений от болезней и вредителей. Непревзойденные свойства перетрума я сегодня буду использовать для борьбы с тлей и другими вредителями. Но что делать, если вы сторонник органического земледелия? Используйте старые, проверенные временем методы и доступные каждому компоненты. Вот вам один из примеров применения кулинарных дрожжей для подкормки овощных культур. Так советует профессионал. Фитоаптека с Виталием Декабрёвым на телеканале «Усадьба».